Ты мне красить мешаешь. Видишь, я решетки как покрасил, подготовил. Для того, чтобы товарный вид был. Работа непочатый край. А ты ходишь. Пошли. Пойдем. Гуляй, вот, гуляй себе, гуляй. Я перекур делаю, понимаешь? Вот, инжир мой этот пошел, свет, листочки пошли. И на камнях растут деревья. Что-то ты проглотил, наверное, да? Отсюда взял. И ты никак его не можешь есть. Не надо всякой гадости. Я тебе ботву купил. Покушал же хорошо, вкусно. Ну, пошли, пойдем, пойдем. Пошли, я домой иду. Не хочешь? Чего-то ты хочешь. Сам не знаешь чего. Любит я, когда на корточку сажусь. Сосед-студент говорит, он у вас как домашний пес. Ну, не пёс. Нормальный человек. Сразу удивление такое. Пёс! Нет, ты не пёс. А, ты птичка. О, молодец, доказал. Ты чё, говоришь, сомневаешься, что ли, братан, да? А? Лапка у тебя зажила? Лапку где-то поцарапал? Вот такой вот товарищ. Развлекаловка, пока я работаю. Руки все у меня в краске, смотри. Не кусай. Я тебе не дам кусать. А, какой красавчик. Коша. Пес. Нет, не пёс. Птичка ты. Да. Я пойду работать. Мне некогда. Суббота, выходные, надо работать, что-то делать. Правильно? Мы с тобой же вдвоем без дела не можем, да? Не можем. Праздник не для нас, да? Праздник это не для нас, да? Не по наш адрес, да, сказано. У нас нет праздника, мы должны работать, что-то полезное делать, да? Каждый день, каждый час, каждую минуту. О, молодец, умничка. Ну все, всем хорошего дня.